Следующий вопрос. Ты сказал, что людей убивают, как в кино. И мафия верит, что за все в жизни нужно оплатить. Да. А ты сам делал это хоть раз? Делал? Спрашиваешь, убивал ли я людей? Нет. Я обычный адвокат. Правда? Ясно. Просто интересно. Пусть ты и работал на мафию. В жизни бы никого не убил. А если бы убил, ты бы оборвала со мной все связи? Вовсе нет. Просто... почувствовала бы, что ты совсем... из другого мира. Кто-то... с плаката на стене или с выцветшей газеты. И если бы обо мне так думали, мне было бы капельку грустно. Но я хочу жить такой жизнью подальше ото всех. Почему? Не хочешь, чтобы тебе причинили боль, верно? Нет, просто слишком много людей берет у меня взаймы. А я ожидала чего-то более пафосного. Но твой ответ слишком приземленный. Допрос окончен, спи. Слушаюсь.